В арт-аквариуме Российско-армянского университета 19 сентября состоялось открытие уникальной выставки гравюр всемирно известного японского художника Сикому Наката. Творчество Сикому Наката известно по всему миру. Работы художника стали неким синтезом японской и западной культуры. У нас сегодня особая экспозиция и особая по целому ряду причин. Во-первых, у нас впервые представлено японское искусство и представлено в лице одного из крупнейших японских художников-граверов 20 века, потому что Сикому Наката считается уже современным классиком. Он в 20 веке стал примером такого синтеза Японии и западного мира, Японии и тех тенденций в искусстве, которые, в общем-то, стали общемировыми. Поэтому, когда о нем говорят, его часто сравнивают с Пикассо, с Ван Гогом, пытаются найти какие-то точки соприкосновения Запада и Востока, но на самом деле каждый художник уникален. И у нас вот сегодня из частной коллекции собрание гравюр, представляющих два цикла авторства Сикому Наката. Это цикл «Времена года», «Поэтический календарь». И вы можете видеть, что каждая гравюра посвящена не только какому-то конкретному месяцу или времени года, но настроению. Поэтому экспозиция называется «Гравюры и настроение». А еще у нас есть черно-белый цикл, представляющий его путевые впечатления о Европе и США. В частности, вот там у нас висит гравюра, которая называется «Фламенко». И вот испанский танец, переданный японским художником и представляемый в Российско-армянском университете, это то, за что я люблю проект «Арт-аквариум» в частности. На экспозиции были представлены оригиналы работ художника из частной коллекции старшего преподавателя РАУ Карине Карамян. Я являюсь счастливой обладательницей гравюр этого мастера. Приобрела их 16 лет назад, когда была в Аомори, на его родине. И вот 16 лет живу с этими картинами в одном доме. Выставки арт-аквариума всегда привлекали мое внимание. И появилась такая идея, а почему не показать студентам, регионоведам, которые изучают язык, хоть какую-то частичку японского искусства. Почетным гостем выставки был чрезвычайный полномочный посол Японии в Армении господин Эйджи Тагучи, который в свою очередь представил на выставке картину художника из коллекции Министерства иностранных дел Японии. В университете проводит курс японского языка, и здесь изучает сколько? 30 студентов изучают японский язык. И чтобы изучать японский язык, должна изучать или ознакомиться с японской культурой. Поэтому это очень хорошо. И я надеюсь, что многие студенты любят вот именно вот этих гравюр. В ходе мероприятия прозвучали также стихи на японском, армянском и русском языках, написанные под впечатлением от гравюр Сикому Наката. Художник скончался достаточно давно, ознаменовав собой, в общем-то, именно 20 век со всеми его противоречиями, хорошими и не очень сторонами. Но искусство вечно, это жизнь коротка, и я очень рада, что в Славянском университете в арт-аквариуме гравюры японского художника живут и будут жить в ближайшие 2 недели. Приходите, смотрите, радуйтесь.